при этом. Удары, как будто вы дрова рубите, как будто вы дрова пьете. Вот этим ударом вы не пробьете, потому что вы бьете мышцами. Понимаете, о чем речь? Нет? Да. Вот, посмотрите, лезьте мне, пожалуйста. Да, как там? Вот смотрите, вот он в зале находится, да? Угу. Посмотрите, если я буду бить вот так, смотрите, сейчас я вас покажу. И покажу многие в моменте, вы увидите, как вы ММА используют. Не больно. А когда вы накатываете волной, понятно суть? То есть вы накатите волной, вы накатываете волной, она пробивает все, пардон. Понятно суть? Хорош. Конечно, ему важно меня прижать, чтобы я ничего не делал. Прижми меня посильнее. А у меня вот здесь волна в руках. То есть я вот здесь забиваю в него гвоздики, видно? То есть я бью без участия мышц. Понимаете? Пробиваю, накидываю, видите, волна, как гвозди забиваю. Бам-бам-бам-бам, видно? Мало того, что оттолкнул, бам, пробил, видно? Бам, пробил, видно? Ты подбил ручку вот так, чтобы опору сменить. Видно? Что я теперь делаю? Смотрите, отталкиваю, вытаскиваю ножку. Таз чуть-чуть вытащил. Таз еще больше вытащил. Видно? То есть все это дело рывком. Смотрите, тык, тык, импульсом. Раз. Посмотрите внимательно. Вот это движение, тут я медленно натаскиваю, потому что это тренировка. В бою это должно быть так, тык. И рука должна сломаться. Щелк вот так, понимаете? Все это рывком. Смотрите. Бам, бам. Видно? Вот это движение. Бам, бам. Подшел. Смотрите. Этот захват мне уже не нужен. Что я делаю? Я из него вылезаю. Видно? Видно? Я отсюда, например, если была бы ручка. Небось, небось. Что-то делаю здесь. Да, что-то делаю здесь. Он на меня, например, забирается. Тык! Я еще вылезаю из-под него. Бам! Опять удар. Видно? Он еще на меня забирается. Бам-бам-бам. Я не пустил его. Видно? Вот эту ручку у меня сейчас можно схватить. Я ее раз вытащил. То есть я ему не даю нигде точку опоры. Видно? Здесь пробиваю короткими вещами. Здесь, 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 если надо, здесь пробиваю. То есть это улица. Понимаете? Многие вещи джиу-джитсу такого, они даже не догадываются до этого. То есть смотрите, как вы можете сушить ножки. Отсюда, например. Все отрабатываете, вылезаете. Отсюда. Понимаете, теперь мне надо вот эту ножку, вот еще и провоцирую, чтобы он встал. Он встает, тык, я вытаскиваю ножку, тык, еще один импульс, еще один импульс. Прохожу, пробиваю, 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 пробиваю. Все импульсами. Попробуй. Ты вот так сел, а у тебя рука мертвая. А когда рука вот такая должна быть, она, видишь, она работает. Смотри, видишь, она работает. Ты, видел? Да. Вот это важно. Можно бить мышцу свою, посадить, а толку от этого нет. Вы должны накатить волной. Можете? Стой, все, потерпи. Смотрите, ребят, я не вот так бью, а я волну туда отпускаю, и она туда залетает. Видно? То есть вот она. То есть тело стоит, видите, как, помните, там лежал? И запускаю туда его, и все, вот, видите, как глубоко. Как глубоко оно проходит туда. Причем под любой траекторией. Сюда, 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 вверх. Смотрите, там локоточек проходит. Все это идет по волне. То есть у меня нет размаха, видно? То есть я не делаю так. Раз, два. Встал, например, здесь. Тынь, бам, пробил. Я не пробиваю, я просто показываю, что я пробиваю. Могу посильнее пробить, конечно. Зачем мне это? Я просто показываю вот эти варианты, которые работают. Вот вы смотрите, как мне наклонить? Я могу, конечно, тащить так, он будет сопротивляться. Я делаю два импульса движения. Бам-бам. А отсюда я уберу, например, дандераус. Понимаете, в чем суть? То есть я делаю это импульсными движениями, вспомогательными. Вот сейчас, смотрите, один сверху лег, а тот, кто снизу, почувствовал себе вот эту колотушку на каменной веревке. И его туда потихонечку позапускайте, аккуратненько. Угу. Лег на меня, пожалуйста. Вот смотрите. Забирается как хитро. Да. Вот смотрите, вот топ-топ. Вот смотрите, вот у меня вроде бы руки. Смотри, если у меня руки зажатые, то я ими ударить не могу. Куда лезешь? Смотри, а я что делаю? У меня ручка свободная, она у меня отсюда работает. И я отсюда уже вставляю мои удары. Видно? Видно? Вставляю рывочками. А зачем рывочками? Потому что на рывок человек не успевает реагировать. Смотрите, дёрг-дёрг. Видите? Стрелка, смотрите. Не шевелись, не шевелись. Не шевелись. Просто вот отсюда вот они удары уже проходят. Видно? Я просто их не пробиваю, потому что опасно это. Понимаете? Смотрите, я пробил. Для того, чтобы он на эту долю секунду потерял. Смотрите. Бам, а сам вышел. Видно? Потихонечку покажу. Бам, а сам вышел. Захват вот этот отпустил, а сам вышел. Видно? Не главное ножку вот эту вытащить. Понимаете, он ее удерживает, а я вот здесь. Раз. Видно?
Бам-бам. Посмотри комнату. Вот она. Вот она. Видно? Вот она. Ну, смотри, вот у меня, вот, вот я из ниоткуда вставил дверь, видишь? Смотри, встань! Видишь, что получается? Я пробиваю дверь, даже без размаха. Смотри, видишь? Видишь, он вот, вот он. Смотри. Смотрите, ребят, вот мы, например, с ним схватились, он мне говорит, что ты, блин, офигел, допустим, мы с ним схватились, давай. Когда вас там схватили за одежду, есть такое понятие, называется шор. Шор – это когда змея вылезает из собственной шкуры. Какое-то время года, да? Саучки. Спасибо. Вот у меня держит. Смотрите, вот видите, смотрите, что я делал? Я обняв. И вот мои степени свободы. Подними меня опять за шкибон. Смотри, если я напряжен, он меня поднял, видно? Смотрите, я обняв. И я свободно делаю. То есть у меня рука отвязана от тела. Видите, смотрите, тело стоит, а рука сама накатывает. А рука сама накатывает. Видно? Здесь, за шкуру вот здесь возьми. Вот у меня держит. Смотрите, смотрите. А вот здесь свободная степень свободы. Видно? Держи крепче. Посмотри, вот у меня туда подает туда, я туда и пошел, походу. Опять та же самая история. Вот, вот, мы с ним сцепились, да. И я, где он не видит, я пробиваю вот эти степени свободы. Видно? Вот оно. Вот оно. То есть без размаха. Вот это особенно важно. Теперь, я например, сам тебя взял, и ты меня взял. О, вот смотрите. Вот смотрите. Тык, движение, видно? Тык, движение, видно? Тык, движение. Тык, движение, видно? Тык-тык. Вот так меня где-то здесь возьми. Вот у меня держит. Смотрите. Я стою, мое тело не двигается. Потому что если я буду двигаться, он мне будет мешать двигаться. Мое тело стоит, я оттуда пробиваю движение. Видно? Посмотрите. Смотрите, вот рука свободна. Она отсюда пробивает из ниоткуда. Видно? Смотрите, просто он стоит. И я тренируюсь потихоньку. Смотрите, положил на него руки вот так. И смотрю, по какой волне. Я медленно сделаю потихонечку вот это движение, я себя тренирую. Потом накатываю эти движения серийно. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Видно? Пам-бам. Смотрите. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Одно движение вытаскиваю следующее. Какой вопрос? Волна откуда? Из ниоткуда. Из ниоткуда. Смотри, покажу. Вот у меня вот эта рука. Как брейк-данс. Или нога, неважно, или голова, или просто вот из пустоты она берется, не из ниоткуда она идет, а изнутри тела. Движение из тела, да. Волнообразное. Да, ну вот смотри, помните, я же Леша показывал, да, откуда волна, кажется, из земли, да? Ну какая из земли? Вот я, сядь, пожалуйста. Ну как-то вот так. Вот я сижу, смотрите, я волну, вот эту, смотри, сейчас покажу, вот этот размах, вот это расстояние, я его закладываю в себя. Вот этот размах. И волна, и размах идет вот здесь. Видно? То есть я ставлю вот этот размах из себя. То есть не должно быть предварительного движения. Я стою, я здесь размахиваюсь, а здесь ударил. Понимаете суть? То есть из ниоткуда я вставляю движение, и уже получается эта вещь. Ну, к примеру, смотрите, вот он мне делает захват за шею, примерно. Я перестроился и его остановил. И вот этим импульсом я подломал ручки. Понимаете суть? Потом, не хватаясь за руку, я убежал. Еще несколько ударов прошел. Перешел, к примеру, пробил еще здесь, здесь, здесь. И здесь уже дорабатываю. То есть я не цепляюсь, как в джиу-джитсу, а задача удушить. Например, треугольник руками. Понимаете? Еще раз. Можете. Подошли к человеку. Обняли его. Ты меня не обнимай пока. Не, я сейчас объясню почему. Чтобы вы научились бить из ниоткуда. Вставай, как дела. Чтобы вы научились бить из ниоткуда. Подошли, встроили движение, видно? То есть вам нужно делать направленный удар. Вот этими импульсами, смотрите, что я делаю, смотрите. Бам! Я человека вывожу из равновесия, потому что он не знает, куда сопротивляться. На это движение надо наработать. К примеру, вот он меня толкает в лицо рукой, Анатолий. Я подбил, и следующим импульсом я сделал движение на себя. Я не буду его делать, чтобы не сломать руку. Например, я его сделал по ходу сюда. Опять же импульс, дерг. И следующий раз, два, три незаметное движение, по ходу движения. Пам-пам. Тык. Понятно, да?
Посмотрите, как в банке его по пальцу веничком. Не надо очень сильно, спокойно. 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 Окей? Ясно? Учитесь, давайте, ребята. Да, 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 смотри. Так, я сейчас тебя изображу. Первый, как бы, неплохой импульс пах. Но второй, как движение было вот такое. Это длинный. Ну, конечно. Вот, смотри, когда ударил, руку открыл для удара. А вот эта рука была вот здесь. Смотри, что должно быть. Смотри. Бам, бам, бил. Смотри, бам, бил. Посмотри. Видишь, нет там взмаха, нет амплитуд. И ты уже научиться бить без амплитуд. Пусть она летит. Вот. Ух. Понял суть? Вот, нет, посмотри, вот я стою вот так, видишь? Я никакого не хотел, у меня рука просто летит отдельно от тела. Видишь? Стоял, пык, сюда показал, видишь? Бам, бам, построил движение. Не откуда, нет, размах. Да не принципиально, он же на одной ноге стоит. Видишь, я на одной ноге стою, какая разница? Вот, понимаешь? Просто я не знаю, куда массу запустить. Или запускай вот сюда, в руки. Не вот. Надо его пробить на спуск. Смотри, вот туда. Вот сюда. Хорошо, он бежит, видишь? А за ним уже. Это все лицо бьется. Это все лицо бьется. Ясно теперь? Давай. Посмотрите, прыгок. Ты, например, мне надо сюда в голову. Да я ушел, бам, прошел. По твоей же руке. Пыль, где ты не видишь. Видишь, я его не выдаю намерения. У меня нет размаха. Да шаги тут не при всем, я говорю, жопу, иди ко мне, иди все. Даже стой сильно. Смотри, смотри. Вот я стою. Смотри, я стою. Причем вот у меня даже опоры нет. У меня даже опоры нет. Понимаешь, смотри, я оставляю движение, даже опоры нет. Вот. Даже опоры нет. Волнует этот закат. Если вам специально показалось положение лёд. Да.